что эта банда ответственна за ряд вооруженных нападений на инкассаторов в различных регионах страны. Смирнов занимался ими почти 2 года, но на их след так выйти не удавалось. Нам действительно объявили войну. Нам нужно превратить поимку особо опасной банды в реалити-шоу, которое продемонстрирует мужество, профессионализм московской милиции, ну и одновременно докажет открытость, человечность органов внутренних дел. Всем бойцам спецназа будут выданы маленькие видеокамеры, которые специальными зажимами крепятся к шлему. Таким образом, миллионы людей у телевизоров смогут следить за вашими действиями практически в прямом эфире. Что за лабиринты? Архитектура это. Никогда таких подъездов не видел. Мы их наряжали, как говорится, никуда не денется. Выполняйте приказ, майор. Мне некогда с вами объясняться и вас соединять. Я веду важный переговор с преступниками. И передайте вашему партнеру по особо важному переговору, что все очень просто. Что он преступник, и я его поймаю. Преступников от 5 до 7 человек. Скрываются они в квартире 128, где проживает таксист Юрий Широков с 2 детьми. Нам на дачу надо, нас бабушка ждет. О, теперь ваша бабушка. А ну улыбайся, девочка, тебя снимает скрытая камера. Стоять! Хотите пострелять, идите на улицу. Там уже стрелков 300 собралось. Я заметил. Вы кто? Мы? Врачи. А вы? А мы врачи без границ. Для меня было бы лучше всего, если бы операция завершилась сегодня вечером. Самый прайм-тайм. Мы снова выглядим полными идиотами. Преступники все время нас опережают. Надо их отвлечь. Пусть будет хаос, там разберемся.